Сегодня 20 мая. Я всех вас приветствую. Пробегусь с обзором, потому что сегодня меня в питомнике не будет. Я иду на работу. О, видите, кто что, кто паутину плетет. С добрым утром. Рассаду нашу разбирают. Томатики, огурчики разбирают. Вот вчера я что успела пересадить. Калибрашечки. Кто-то дожидается уже своего горшочка, своего места. Так, это у меня просто торф. Смотрите, моя звездочка набирает силу. Так, кашпа у меня наверху. Вот это тоже очень интересный кустик. Вот это мощная тоже петуния. Она у меня одна. Так, пойдемте покажу. Львиный зев уже остался чуть-чуть, но я его уже оставлю себе. Так, лапчатник тоже разбирают. Мои элтиолочки. Вот они, красоточки. Есть у меня еще малыши. Смотрите, я нашла малышей. Оранжевая и одна желтая. Редкая вот эта желтая. Даже, наверное, две будут желтые. Нет, это тоже будет коралловая. Будем растить, я вам буду показывать. Пеларгошечки мои. Любимочки. Сейчас все полью и поеду. Так, смотрите, бегония. Алису разобрали. Алису, это уже тоже мне остался. Алису больше нет. Так, капуста. Это у меня сидят огурцы. Кто не дожидается, берут прямо из кассеты, потому что не успеваю. Вот такие у меня череночки есть. Сейчас укоренятся. Я их обрежу, оставлю на маточник, потом буду растить. Так, бархатцы. Перчик и дюймовочка. Овсяница. Такой прикольный шарик. Вот такой он шарик. Ну, это малыш, а потом он за год обрастает таким шариком. Многолетка. Томатик сухой сейчас польем. Мультифлора. Череночки миксовый. Лобелия. И новый дельфиниум у меня. Новый дельфиниум. Белая. Петуния. Так, здесь я посадила у меня огурцы и арбузы. Так, и осталась клубника Цунаки. Большая сорт, японская коллекция. Селекция, новый сорт. Ви Максима и малина Темберли. Без шипов, высокая. Ежемалина. Так, кабачки заберут. И перчик. Вот такой маленький обзорчик. Всем хорошего дня.